Наличие временного сплошного ограждения строительной площадки – одно из важнейших требований. Это правило благоустройства касается не только крупных застройщиков, но и граждан, которые возводят индивидуальные жилые дома. В настоящий момент на улице Томская, 16, рабочие ведут строительство второго этажа, сбрасывая вниз стройматериалы. При отсутствии забора вся эта неприглядность стройки выставлена на общее обозрение. Кроме того, на стройплощадку свободный доступ, что небезопасно для любопытной детворы. Сотрудниками муниципального контроля составлен административный протокол на собственника. Проведена беседа о необходимости установить ограждение в кратчайшие сроки. Еще одно распространенное нарушение при производстве строительных работ – складирование стройматериалов на прилегающей территории. Например, собственники дома по улице Мира, 79, оправдывается, что нет возможности хранить стройматериалы внутри домовой территории. Однако пункт 4.19 правил благоустройства гласит, складирование строительных материалов на улицах, внутриквартальных и дворовых территориях запрещено. На административной комиссии в отношении собственника будет вынесено письменное предупреждение или штраф.